Привет, боец! С тобой проект Muay Thai CK, я Варченко Виталий. В этом видеоуроке я тебе покажу, как можно нарабатывать удары руками, а главное защиту от них. То есть эта наработка больше основана на защитные действия. Ну, во-первых, тебе нужен адекватный нормальный напарник, который будет не всаживать удары, а постарается легко, свободно, просто на касание их набрасывать. Ну, на данном видео мой напарник немножко работает быстро. Для меня это как бы нормально, но если вы обои новички, то лучше работать помедленнее. То есть не бить так резко, не стараться попасть, не сокращать дистанцию. Работать со средней дистанции спокойно. То есть сейчас я отрабатывал защитные действия первую минутку. Вторую минуту мы меняемся номерами. Как видите, я работаю очень-очень спокойно. Просто медленно, спокойно набрасываю. Вот в таком режиме нужно делать удары. Сейчас задача не попасть в голову напарника, не разбить ему нос. Сейчас вы работаете на него, на то, чтобы напарник научился защищаться. То есть я просто одиночными ударами обозначаю. Одиночные. Удар, пауза. Удар, пауза. Для того, чтобы напарник сориентировался, сообразил, какую защиту делать. Стараться нужно работать разнообразно, делать уклоны, делать оттяжки, сокращать дистанцию, разрывать, для того, чтобы работать разнообразно. Если ты все время будешь делать, например, уклоны, да, это будет очень легко и понятно, и дальше под это будут ловить постоянно. Сейчас третья минутка, работа по очереди. То есть удар делаю я, напарник защищается, и затем, соответственно, он отвечает любым ударом. И опять-таки, нужно работать все спокойно, не бояться, что тебе сейчас прилетит. Потому что, ну вот поэтому с новичками, как бы опытные ребята, не любят работать. Потому что новички боятся этих ударов. Например, да, я набрасываю легко, свободно, я как бы расслабленный, просто аккуратно обозначаю. Напарник делает уклон, думает, что он супер быстрый, там, да, сделал уклон и старается как можно быстрее ударить. В том, что получается опытный боец, да, просто легко набрасывает для того, чтобы наработаться, а второй начинает быстро, резко отвечать, чтобы не получить и попасть посильнее. Онлайн-курс от новичка до воина Muay Thai за 60 дней. Стань бойцом под моим личным руководством, постепенно продвигаясь от полного нуля до бойца Muay Thai. Ссылка в описании под видео. Опять-таки повторяюсь, что главное работать обоюдно, аккуратно. И сейчас следующий раунд работы. Сейчас уже первый номер старается работать серийно, постоянно сыпать ударами. Но при этом скорость и сила остается легкой. То есть медленная скорость, аккуратная сила на касание, то есть постоянная работа. Второй номер старается все время двигаться. При этом очень-очень внимательно обращайте внимание на руки. Старайтесь все время держать ручки повыше. И здесь уже все время передвигаться на ногах, разрывать вправо-влево, сокращать дистанцию, немножко клинчевать, прихвачивать за голову, да там затягивать эту резину, немножко тянуть время, за голову прихватил, разорвал, сократил. Через минутку мы меняемся, но принцип остается тот же самый. Легко, свободно, но постоянно. Работают двое. Тот, кто бьет, учится выбрасывать удары постоянно, то есть держать темп, задавать темп работы, но при этом аккуратно, не вкладываясь, все очень аккуратно на касание. А второй номер, соответственно, учиться постоянно делать защитные действия. Это тяжело, говорю сразу. Такая работа очень тяжелая, потому что тебе постоянно надо качать корпус. Вправо, влево, назад, вперед, шаг назад, сокращать шагом, смещаться приставным шагом. Это довольно тяжело. И вот только, видите, мой напарник чуть-чуть уже подсел, подустал и начинает все залетать, потому что ручки устают, начинает идти бодаться и проваливаться из-за этого. Надо стараться все время контролировать ситуацию. И последнюю минутку, обоюдная работа по два удара. Здесь то же самое, стараясь не добавлять силу,
старайтесь для себя понять контратаку. То есть ты раз-два принял удары, защитился как-то, ушел, там уклонился, и сразу выбрасывать свои удары раз-два. Опять-таки повторюсь, физически это тяжелая работа, поэтому сначала, если там новичок, ты менее, да, физика не настолько хорошо развита, там старайтесь делать это с паузой, но цель в том, чтобы работать вообще без остановки. То есть раз-два удар, раз-два защита, раз-два удар, раз-два защита. Сейчас вот мой напарник немножко подустал и уже начинает делать паузы. Раз-два, и надо здесь сразу отвечать. Раз-два принял, и сразу надо отвечать, не убегая. Но так как всегда кто-то будет первый уставать, он начнет убегать. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик, делись видео с друзьями, забирай видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице и настойчивости в тренировках. Присоединяйся ко мне в соцсетях в описании под видео.